Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот и поступила ответочка на Ванино видеообращение. Сейчас я зашла в ноутбук, в его ноутбук и в одной из соцсетей, ВКонтакте. И прочла все его переписки со всеми шлюхами и блядями. Когда он просит скинуть фоточки поинтереснее, когда он предлагает другим девушкам остаться у него переночевать. И все в этом роде. А вот знаете, кто теперь шлюха? Это Ванечка шлюха. И уехал он от меня в Украину один, чтобы пошлюховаться, понимаете? Знаете, я думаю, в жизни все возвращается бумерангом. Просто у меня слов нет, я не знаю. Ванька, ты шлюха.